Приветствую вас, возлюбленные и дорогие в Господе братья и сестры. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Сегодня мы продолжаем рубрику под названием «Делимся размышлениями для наставления, ободрения и созидания друг друга во Христе Иисусе, Господе нашим и Спасителе нашим». Для нашего наставления, ободрения и созидания в истине хотелось бы сегодня предложить текст, записанный в первом послании апостола Павла Фессалоникийцам в 5 главе с 1 стиха и по 11 стих. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Одна старенькая бабушка каждое воскресенье спешила в дом молитвы. Но сегодня почему-то двери молитвенного дома оказались закрытыми. Старушка с удивлением посмотрела по сторонам. Сегодня же воскресенье, вот и магазины закрыты, и на работу никто не спешит. Дни я не перепутала, точно, сегодня воскресенье. Но почему никого нет, и двери заперты? Обычно пресвитер или диакон в это время уже в молитвенном доме. Несколько пожилых братьев и сестер приходили пораньше, чтобы еще раз помолиться о благословении Божьем на воскресное служение. А сегодня нет ни души. Что же случилось? Солнце ласково светило с высоты синего осеннего неба. Деревья тихо роняли пожелтевшие листья. Нигде она не заметила перемены. Но почему двери закрыты и никого нет? Наконец, крупная слеза скатилась по ее щеке. «Господи, неужели ты взял святых от земли? Господи, неужели ты взял церковь свою, а я осталась?» Беспомощно прислонилась она к запертой двери, вся ее жизнь прошла перед ее духовным взором, и из сердца полилась искренняя молитва. «Господи, я так часто не могла простить своих обидчиков, я так часто осуждала вместо того, чтобы поддержать в молитве, я не вполне посвятила себя Тебе, я не жила жизнью святости, я осознаю это и сокрушаюсь в этом, но что же теперь мне делать?» Старушка подняла голову и увидела, что к молитвенному дому идет пресвитер с женой. Выяснилось, что сегодня как раз тот день, когда нужно перевести часы на час назад, согласно зимнему времени. Слава Богу, Церковь Христова еще на земле. Сияя от радости, она вошла в молитвенный дом и в тишине обратилась к Господу. «Господи, благослови нашу церковь и дай каждому хотя бы полчаса постоять у закрытой двери здесь, на земле, чтобы проверить свою жизнь и войти в открытую дверь там, в небесах». Из этой истории мы видим, что Господь чудесным образом действует в жизни своих детей с целью, чтобы помочь им бодствовать в истине и быть готовыми ко встрече с Ним. Из прочитанного текста из первого послания к Фессалоникийцам мы видим, что причиной всему этому является смерть Сына Божьего, который умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, благодаря чему Бог определил своих детей, то есть верующих во имя Иисуса Христа, не на гнев, но к получению спасения. Осознание, понимание и принятие этой евангельской истины должно нас побуждать, во-первых, бодствовать в вере и трезвиться, во-вторых, увещевать и назидать друг друга посредством напоминания этой евангельской истины. И в-третьих, хвалиться только лишь нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом, ибо
Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Исходя из вышесказанного, хотелось бы сегодня, имея по милости Божией возможность всем нам верующим во имя Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, напомнить о том, что Бог нас определил не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, умершего вместо нас и воскресшего для оправдания нашего. С любовью ко всем вам во Христе Иисусе. Аминь.